каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнимер с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео, которое называется «Атака титанов за 9 минут от Шеда». Он круто озвучивает, поэтому погнали посмотрим, почему бы нет. В тот день человечество получило жестокое напоминание. Ура, атака титанов. Много, что ее уже никто не воспринимает всерьез. Которую я не смотрел. Титаны сожрут нас, Каев. Потому, что мы коровы! Но у нас же стены, и никоим образом никто не проломит переднюю дверь. Ну, проломили. Наверное. Наверное. Спасти маму. Эрен, напряги свою спину. У меня нет страха, я спасу этот день. Хан, слава богу. Ладно, тебе нужно помочь Эрену. Блядь, бежим. Ханс, что за херня? What the fuck? Нахуй мамку. Нахуй тебя, Ханс. Нахуй тебя, Ханс. О, господи, это не то, что я думал, когда я жал на эту ссылку. Окей. Десять десяти заставок. Егер! Порвал просто. Эрен, как себя чувствуешь? С этого дня я клянусь, что прибью каждого титана, но только когда я спляшу на их могилах. Когда я приму душ в крови всех титанов, что я прирезал, они узнают мое имя. Каждый день прям до моей кончины я буду ссать на их могилах. Продолжает. Ага. Каждый титан умрет от твоей он руки! Он растет, а речь не меняется. Боже, Эрен, прошло 2, блять, года, заткнись уже ты нахуй! Итак, ты любишь титанов? О, господи. О, господи. Добро пожаловать в военную школу. Все эти тренировки, наверное, будут бесполезными, потому что 90% из вас все равно подохнет. Дополнительные персонажи, представьте. Кайф. Я мемчик в интернете. У меня я мемчик в интернете. Мне все забудут. Я буду жить. Слишком рано! Ну а я собираюсь быть реально интересным персонажем. Заткнись, Джин или Жан. Вернешься, когда станешь главным героем. Джин или Жан. Эй, постойте, у меня есть экранное время? Не слушай его. Ты мой главный герой. Заткнись, Марко. Вернешься, когда будешь неодноразовым персонажем. Слишком рано! Слишком рано! Теперь вы официальное пушечное мясо. У меня теперь есть все нужное оружие, чтобы убить титанов. Вообще-то, когда я проверяла, вы ебоны не были оружием. Не слушай. Вы ебоны не были оружием. Что ты имеешь против моего лица, сучка? Титаны вторгаются! Видимо, нам придется сражаться с титанами! Я немного против той мысли о сражении с титанами! Я категорически не согласен с твоими словами! Почему мы все орем? Я не знаю, разве мы не должны так общаться в этом шоу? Что? Что? Боже, жесть какая-то. Картоха! Чё за хуйня? Уже все мертвы! Кроме меня, потому что я главный... Да, твой парень и брат мертв. Эй, он не мой парень. Пока что. Мерзость. Ты хотя бы знаешь, почему он так много значит для меня? Вот, Мегаса, держи этот тупой шарф! О боже, я не верю, что он дал мне этот шарф, он пахнет так круто! Может, если я его буду долго носить, он заметит меня, и мы начнем встречаться, и поженимся, и заведем детей! О, норм так. Все так! Зачем мне теперь жить вообще? Ребят, вы видели того титана? Как думаете, кем он может быть? Эрен, Эрен, Эрен. Скорее всего, Эрен. Серьезно, кто это еще может быть? Ой, да ну, это слишком очевидно. О, посмотри, это Эрен. Вот это сила! Кто знал, реально такой сюрприз? Нахер вас! У вас есть ровно 5 минут, чтобы объясниться перед тем, как мы вышибем вам мозги. Армин, все думают, что теперь я угроза человечеству. Тебе нужно убедить их. Я доверяю тебе в этом. Не стреляйте с пушек! Может, вместо его убийства используем его, чтобы закрыть стену? Это отличный план, сэр. Вам явно нужно всем рассказать. Окей, слушайте сюда. Мы собираемся забрать нашу стену у титанов, так что вот наш план. Что мы сделаем? Мы... Он не понимает, что до него метров 60, да? Их жизни и все перевернуть в стиле принца из Беверли-Хиллз. Нет, он вообще без понятия. Вообще без понятия. Есть вопросы? Сказать Эрену, что у титана, дать ему врезать себе по роже. Да? Эй, Эрен, угадай, чё? Ты титан! Сделай это снова. Не, стой, наверное, камень надо донести. С дороги, ребят! Эта штука, блин, тяжелая. Извините. Боже мой, сакийского гуля. Ох, где я? Минутку, ты... Отряд выживания. Разведотряд. Разведлегион. Спецотряд. Как хочешь. Да, я капитан Леви.
Что это было? Игнорируй это. Итак, Эрен, помнишь ключ, который открывает подвал, который будет огромной сюжетной точкой? Можешь рассказать, что в подвале? Да, я помню, мой отец рассказал мне об этом. Эй, пап, что в нашем подвале? О, конечно, сынок, там лежит, иди читай сраную мангу. Черт возьми. Каждый сраный. Окей, читай сраную мангу. Сегодня у нас казнь Эрена Йегера. Обе стороны ваши доводы. Убейте его. Бля, не убивайте его. Плиз. Неотразимые аргументы. Что об этом думает религия стены? Как последователь стены, наша вера в том, что любой чуждый нам объект будет полезен нам. Как издавна и завещал нам наш создатель и великий пророк Лорд Трамп. А что же Лорд Трамп? Окей, Эрен, ты можешь это осилить лучшим своим методом. Очень сильный Крик решает все мои проблемы. На. Хватит. Еще раз. Хватит. О, детка, да, еще. Хватит. Боже, какой кайф. Хватит. Боже, какой капитан, кайф. Эрену это нравится. Эрен, хватит обожать это. О, больше. Хватит. Да. О, боже. Эрен. О, да. Яойщица реально, что ли, так и видит эту сцену? Слушай, я предлагаю, что с этого момента Эрен приватно будет под моим контролем на все время. О, боже, да. Черт возьми. Оправдан. Теперь только все понимают, что у вас такие странные штуки с доминированием происходят. Ну, раз-то все закончилось, позволь представить мою команду. Сдох один, сдох два, сдох три и Петра. Я единственная, о ком сказал, что я тяночка. А что насчет нее? Титаны меня заводят. Я сейчас все правильно услышал? Да! Нет. Хватит уже! Разведотряд! Да! Но сначала... Уборка! О боже, то, как ты убираешься так тихо. Чё? Чё? Стоп, а как долго можно угнать на этих лошадях? Около 5 эпизодов. Что? Как мы скатились от лет, прошедших за один эпизод и тратя половину арки на ебучих лошадей? О чем вообще эта арка? У того титана отличная задница. Бля, ау! Это еще что за херня? Не переживай, Эрен, это все часть безотказного плана Эрвина. Это все часть безотказного плана Эрвина. Миссия успешна! Миссия провалена! Схватите ее! Миссия провалена! Ту-ту-ту-ту! О нет, отряд Леви, они мертвы. Петра, нет! Отлично вмазал, ослина! О боже, Эрен, может хватит давать всем сожрать себя? Боже мой, я что, все сам делать должен? Ну я не знаю, как насчет тебя, но я бы назвал эту миссию полным провалом. Еще один день для разведотряда. Трэш какой-то. Все, моя команда мертва! Я знаю, что мы чувствуем себя немного грустно, но мы поняли, что Энни это Титан, хотя это было очень очевидно для тех, кто это смотрел, даже для слепых. Даже для слепых. Чтобы заманить ее в ловушку. А что за план? Энни, пошли с нами, плиз, плиз, плиз! Нет, это не сработало! Ёбаный твой рот! Это не сработало. Сейчас отличное время, чтобы разозлиться. В этом есть мой секрет. Я всегда в ярости. Боже, это так больно! Сейчас должно было что-то случиться. Я не знаю, это просто звучало очень круто в моей голове. Давай еще разок. Боже, теперь еще больнее. Эрен, превращайся в Титана. Я пытаюсь, окей? Ты недостаточно пытаешься. Что ты хочешь, чтобы я сделал? О боже, Эрен, просто заткнись и полезай в сраного Титана. Боже, жесть какая-то. Я один такой, или всем кажется, что это очень жесткий секс с титанами? Боже, это слишком странно! Очень жесткий секс с титанами. О, это еще что за хуйня? Читы! Это сраные читы! Ну, Эрвин, за несколько дней вы потеряли сотни жизней, нанесли непоправимый ущерб, и все, что вы можете показать, это пленник, которого даже трогать нельзя. Вам есть что сказать? Еще один день для разведотряда! Режиссер подвал Эрена. 4 года до второго Почему сезона. Ты позволил моей маме умереть, ты мудила! Я извиняюсь, окей? Я знаю только секретную технику убегания. Ты только что сделал отсылку к Джорджи. Эрен, о чем ты говоришь вообще? Твоя мать мертва. Сейчас нет времени для отсылок к Джорджи. Всегда есть время для отсылок к Джорджи. Ладно, окей. Я не понимаю, что происходит. Отсылку к Джорджи. Это жесть какая-то. О мой бог! Чё за херня тут творится? Привет, ребят, надеюсь, вы знаете, что все перевел и озвучил Шед, и я очень надеюсь, что... И вы должны подписаться на Шеда. Ссылочка на его канал в описании, точнее, на это видео, на оригинал. Приходите, ставите лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на Шеда. Да. И если понравилась моя реакция, можете подписаться на меня тоже, подписаться на мой канал и на мою группу ВКонтакте, и на личную страничку ВКонтакте тоже подпишитесь. Вот. Это какой-то трэш. Я не понимаю, что тут происходит. Чё тут происходит? Но это было весело. Надо будет посмотреть атаку титанов, наверное.
Нет, я его смотрел, мне ничего не зацепило. Ну ладно, ребят, ссылочка опять же в описании. Пошел, всем удачки. Всем пока-пока.